Как вернуть деньги, списанные МФО с вашей карты? Если микрофинансовая организация в случае возникновения у вас просрочки автоматически без вашего разрешения списала деньги с вашей карты, то это является незаконным, деньги можно вернуть. Это прямое нарушение закона Украины о платежных системах и переводе средств по Украине. Их обжалование происходит на уровне таких платежных систем, как Visa или MasterCard. Для обжалования этого процесса вам необходимо сделать всего два простых действия. Первое – подойти в банк с паспортом и идентификационным кодом. Второе – это заполнить письменное заявление по форме банка об обжаловании данной транзакции с указанием всех необходимых ее реквизитов. Следует отметить, друзья, что обжалование проходит не быстро, и как результат, в течение от 3 до 6 месяцев после того, как Visa или MasterCard рассмотрят ваше обращение, вам могут вернуть деньги. А если вам нужна моя помощь по списанию микрозаймов или кредитов, вы всегда можете ко мне обратиться.